Волгодонский комбинат древесных плит – единственное предприятие на юге России, которое производит стружечно-цементную плиту. Выпуск этого материала начат в августе 2003 года. Уже через год комбинат приступает к строительству в Волгодонске домов из стружечно-цементной плиты. Построены жилые дома коттеджного типа. Здание магазина «Строймир». Пятиэтажные 25-квартирные здания. Складские помещения. Выполняются заказы по производству сборно-щитовых панельных домов. Летом в таком доме долго сохраняется утренняя прохлада, а зимой в нем тепло и уютно.